26-я конференция «Пушкин в Подмосковье и Москве» и 25-е «Троицкие чтения». Сразу два крупных научных события прошли в Больших Веземах. Оба были посвящены 35-летию музея-заповедника. На конференции 20 пушкинистов, ученых, историков, филологов, литературоведов, сотрудников музеев поделятся исследованиями неопубликованными о жизни и творчестве светила русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Прозвучали доклады об истории Троицкой церкви и, самое главное, о неизвестных событиях, связанных с жизнью и творчеством Александра Пушкина. Люди приезжают постоянно, приезжают издалека. То есть вот пушкинская тема, она жива, люди интересуются. И сегодня даже вот у нас будет представлен доклад об играх пушкинской поры. И этой темой интересуются даже не только дети, но и взрослые. Всего на конференции заслушали около 10 докладов, но одной лишь официальной частью организаторы и участники не ограничились. После посетили концерт и экскурсию по усадьбе. Следующее крупное научное событие здесь пройдет в январе и будет приурочено к Голицынским чтениям. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».